YouTube хорош тем, что бы вы ни говорили, вас всегда поймут не так, как вы хотели бы. Но я подозревал, что так и получится, поэтому данный ролик я начал продумывать в тот же день, как опубликовал ролик про складной кухонный нож Victorinox. Действительно, соглашусь с комментаторами, что не совсем понятно, чем же лучше Опинель и в каких специфических задачах он лучше Victorinox. Возможно, конечно, термин «специфические» был подобран неуместно, и вообще про Опинель давно стоило выпустить большой ролик. Но это теперь может быть когда-нибудь. Сразу хочу напомнить, что я не говорю о всех викториноксах и не сравниваю их со всеми опинелями. Хотя бы потому, что это невозможно. Они очень разные. Итак, пункт первый. Клинок. Клинок опинеля имеет специфическую геометрию. Это не совсем прямые спуски от обуха в ноль, а немного линзовидные. Что-то подобное есть у спайдерка, но по-другому. Такая форма позволяет ножу резать не за счет заточки, а за счет геометрии. Линза клинка дает более контролируемый рез, а большая ширина клинка делает спуски выше, а значит и угол схождения меньше, что также положительно сказывается на сквозном резе. Клинок Викса имеет скругленный носик. Это хорошо, когда надо намазать масло на хлеб. Но отсутствие острого носика плохо сказывается в задачах, где нужно проткнуть что-то, аккуратно надрезать и так далее. Пункт второй. Заточка. Конечно, у Victorinox есть модели с классической заточкой, но в моем обзоре был нож с серейторной. А серейторную заточку я не считаю универсальной. Подробности по подсказке вверху. Серейторная заточка, конечно, лучше классической во многих задачах. Но часто, когда нужно проткнуть пакет или сделать точный четкий надрез, волнистость заточки не помогает, и естественно в полевых условиях поправить заточку и вернуть клинку остроту будет проще с опинелем, чем с Victorinox. Пункт третий. Сталь. Используемые стали в этих ножах достаточно похожи, но опинель выглядит предпочтительнее из-за большего содержания углерода. Не говоря о том, что есть опция углеродистого клинка. Собственно, это я и считаю основным плюсом для специфических задач. Далеко не все покупают опинель как пикниковый нож для полевой кухни. Есть те, кто берет углеродистые клинки и использует их для резьбы по дереву, работы с кожей. Даже есть охотники, убежденные в том, что именно углеродистым опинелем нужно обдирать некрупную дичь. И на их стороне практический опыт и особенности агрессивного реза углерод. Можно спорить о таком выборе, но в популярности этого выбора сложно сомневаться. Что касается в целом ножей Victorinox, то да, они во многих повседневных задачах могут легко составить конкуренцию опинелю. Но в предыдущем ролике я говорил именно о складном кухонном ноже. И важно понять, что сами швейцарцы позиционируют его именно как кухонный нож. И что касается кухни, то он великолепен. Сталь с высокой коррозионной стойкостью, неприхотливая пластиковая рукоять. Именно рукоять делает нож хорошим кухонником, не боящимся воды и сохраняющим способность складываться в мокром состоянии. Слабая точка опинеля – именно деревянная рукоять, которая, как ни крути, требует периодического ухода. Опинелевские рукояти часто даже в сырую погоду, без прямого контакта с водой, имеют свойство разбухать и полностью блокировать клинок, не давая возможности ни сложить, ни раскрыть нож. И здесь четвертым пунктом идет рукоять. Благодаря полнотелой деревянной рукояти опинель комфортнее лежит в руке и не наминает ее при необходимости силового реза или выполнения большого количества работ. Пятый пункт, который должен был быть в первом пункте. Толщина обуха. Длина клинка Victorinox 110 мм. У опинеля ближе всего к нему будет 100-мм клинок. И обух у этого ножа толще и жестче. Таким клинком уже можно аккуратно щепочек настрогать для растопки костра. Вот и получается, что опинель архаичней, но все равно универсальней. Но не все так плохо с Victorinox. Его лучшей стороной в сравнении с опинелем считаю замок. Он быстрее. То есть после открытия ножа вам не нужно крутить кольцо, нож сразу готов к использованию. Лайнер-лок, примененный здесь, не самый лучший, что я видел.
но его надежность более чем достаточна для такого ножа. А вот у Опинеля вероблок та еще карусель, склонная к разбалтыванию и неполному запиранию. Второй плюс Викса — это пластиковая рукоять, которая не боится влаги, не впитывает запахи, соки и прочие вещества. Именно благодаря полипропиленовой рукояти нож получился такой легкий. Благодаря этому нож легко мыть, носить и хранить. Подводя итог, хочу сказать, что этот поток слов лишь мое субъективное мнение, и я ни в коем мере не против ножа Victorinox. Он мне очень нравится, но рассматриваю я его ровно так же, как и сам производитель, как складной кухонный нож. И в задачах походной кухни он великолепен, легок, резуч и неприхотлив. Для сравнения с Опинелем, куда лучше взять классические солдатские 110-мм ножи Victorinox. Но сравнивать их не получится, так как они не конкуренты по цене и находятся совсем в разных ценовых категориях. Наверное, все эти вещи надо было включить в первый ролик. Но я сомневаюсь, что моей небольшой аудитории будет интересно 15 минут слушать про один маленький невзрачный нож. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, если вам что-то было непонятно. Обратная связь — очень важная вещь. А дальше еще будут ролики, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового.